Привет, дружище. Мы сегодня продолжаем наше путешествие по жилому куполу. В прошлый раз тюремный блок не показался таким гостеприимным. Может быть, в этот раз повезет. Ну и для тех, кто здесь за розыгрышем, его результатами, и если сейчас 26 число, если этот видос на ютубе, чекай описание и больше подробностей можешь узнать в нашей группе OCR Games Телегия и в ВК. Если тебе повезет, то Новый год будет еще радостнее. Мы продолжаем. Ну как ты здесь все так? Индустриальненько, конечно, но не жизнерадостно. Мне почему-то вот эта вот штука напоминает реактор в этом... в Фростпанке. В центре города. Так, ну и где эта запись? Тут не просто запись, тут... блять. Так, заполненный, значит, инвентарь и... принтер вот туда-то мне и надо. Принтеры Оюка. Приятного юпитерского дня. Ага. Прям... супер приятненько. Что у нас есть, что можем продать? Силовая перчатка. Брысь. Илка, брысь. Патроны тоже. И вот эта фигня тоже. Итого. 8 патронов в стаке. Чего, серьезно? Йоу. Да, это грустная новость. Так. Давай посмотрим, что вообще интересного есть. Увеличивает емкость магазина. Емкость неинтересна. Парящие пули? А, самонаводящиеся? Ну, может мне что-то попроще, например, тупо пиздить ребятишек. Давай вот это попробуем. Просто прикольно. Всем ответственно. Цикл завершён. Дубинка как дубинка, ну... ничего нового. Я помню, Dead Space я проходил, если честно, самым первым пистолетом, загрейженным до топыча. Ну-ка. А давай-ка потестим. Но это обычно, а вот это вот. Ага, ну такая размашистая, типа куча врагов откидывает. Ладушки. Обычный пистолет. А вот это у нас дробан. Пусть нам будет потестить. Ладно, погнали. Одними тестами сыт не будешь. Надо я все ниже и ниже. Я понимаю, что я прохожу под поверхностью, где погодка, ну, как сказать, декабрьская. Но не слишком ли я низко уползаю? Передачу я думал здесь, ну как бы чисто тюрьма, здесь оказывается несколько куполов, то есть это какие-то города там для сотрудников, не знаю как это. Или это просто обычная колония на планете, но в ней есть еще плюс тюрьма какого-то супер строгого режима. Странное, в общем, местечко.
выглядит, будто сейчас со всех щелей всякое говно полетит на меня. Запись 21A. Наконец-то меня перевели на переработку отходов. Ну и дыра. Но ходят, и что здесь есть лазейка. Трубопровод от цистерны 6 идет прямо к куполу. Это красная труба. По ней оттуда идут стоки. Нужно следовать за ней. Короче, двигаем за красной трубой. Окей. Так, а что мне это даст? Очень мне это даст. Какие секреты там, не секреты. Черт. Блин, схвати эту фигню. Так. Давай пробуем там по-другому. Вплотную подтащим. Ага. Ну и продадим его сразу к черту тут наверху. Блин, вот секрет жопный, конечно. Смотрел наверх, подумал, блин, зачем я сюда попёр? Ну ладно уж. Можешь еще что попутно продать? Какой-нибудь пистолет? Меня смущает, что здесь инвентарь буквально пару клеток, а дерьмище, которого я нахожу, уже тоннами. Что с ним не так? Устройство работает. Ну и рад за него, что оно работает. Продаем. Я на секундочку понял, что вот эта штука, это если бы у Хроник Риддика и у этого Сабтирейна был бы внебрачный ребенок. По большому счету, Хроники Риддика — это приключение на ну, внеземной тюрьме, скажем так. А Сабтирейн — это ты заключенный во время, ну, какого-то там разгула вируса. Причем Сабтирейн, я помню, что я начинал проходить. А, я дошел до каких-то весьма жопных моментов, и я планирую его добить. Он у меня так все-таки установлен. Ну, знакомая часть наших приключений. Погнали. Красная труба, да и сама вентиляция весьма красненькая. Что это было? Паутина, что ли? Ну, арахнофобом привет. Бля. Но это явно они здесь не мохито мешают. Есть что-то еще кряхтит, пердит. Ох, погнали. О,
из одного чана в другой. Песня там чужой вырывается. Я надеюсь, то, что его спиздило, но уши себя. Ладно, не буду дожидаться, пока проголодается. Ну прям по звуку, прям спереди, но не видно. Запись 21C. Охранники сменяются, нужно поторопиться. Я отследил трубу до цистерны 6, но не вижу, как забраться внутрь. Нужно как-то попасть туда. Это сейчас не проблема. Моя главная проблема, кто сожрал того чела. Можно, выше нельзя. Слезаем. Можно еще вот в эту фигню полезть. А еще мне интересно, может, что с другой стороны. Нет. И мне не по душе. О, и так можно было. Ладно. И здесь то же самое, да? А еще надо будет глянуть, на кой черт, да, можно тот ящик двигать. По-любому же какой-то секрет он должен скрывать. Нычка вниз, нет. Куда иду? Куда надо ты идешь? Не-то, не бухти. Прошло примерно 3 часа после запуска. Скорость эволюции поражает. Природный камуфляж, биофагические выделения. Как будто организм приспосабливается к окружающей среде или приспосабливает окружающую среду к себе. Будь ты проклят, Коул, что ты наделал? Это все-таки культ этих генетических... геноэкспериментных придурков все это затеял. Тот самый найденный в подвале культ хлебного мякиша? Серьезно? Так, чё у нас тут? Нормально похарчил. Руки, ноги, все дела. Дальше походу ускакал, да? Да. Вот значит сюда. Электричество отключается, дверь не открывается. Типичная
Реконструкция у Юка. Нагрузка слишком большая. Нужна дополнительная мощность. То есть два блока предохранителей. Стоп. Что это была за хрень? Два таки блока, да? Раз. Там два. Ну давай. Вот это выглядит как какая-то дичайшая арена замеса. Я надеюсь, игра меня не разочарует. Чё, бля, чё такое? Заполним, знать бы еще чем. Нет, кружок, тебе просто не удастся это провернуть. Еще какой-то подвох жду. Где же он? Поделишься со мной чем-нибудь? Вкусняшкой? Нет? Засранец. Чего этого осталось красивое? А, зарядник для перчатки. Блин. Гадость. Чего-то у них тут никто уборкой коридоров не занимается. Все выглядит красно-депрессивным. Не сезон. Нужно идти за красной трубой. Угу. Да, Нео, следуй за красным коридором. Вообще легко. Ощущением я должен найти миллиард и один секрет. О, кладовая, вот это я люблю. Самая криповая фраза в этой игре, походу. Помнишь, что в бой, Юка, всегда готовы помочь. Приятного юбилейского дня. Усиленная гравитация тянет вниз. Не спешите регулировать ботинки. Пузырьки Юпитер Кола нас порадует этот чувак с кладовой. Трохи. Ну, ничего не перестал.
Может, я погорячился с тем, что поставил на средний уровень сложности? Может, на тяжелом было бы прям вот оно? А когда-нибудь для себя еще на тяжелом пройду. Как минимум, как человек, который все Dark Souls посмотрел. Я не могу этого не сделать. Так, блядь. Если это не Ди Каприо из Титаника всплыл, то я не знаю, что это тогда будет. Сущие говнонаросты, которые так и хотели меня сожрать за секунду до пиздюка, летящего мне прям в лицо. Здесь у нас. Ёбаное ничего. Заперто. Теперь я понимаю, на кой там черт. А, это решетка. Там, скорее всего, что-то надо отстрелить или что-то открыть. А, я попадаю туда вон. Через вентиляк. Все, ясненько. И хочу дальше. Не тому кажется, или вот этот звук ботинок, набравших какое-то говнище по канализации, он меня сейчас преследует. Где ж там в Ларе Крофта вроде было полное намокание, и типа, ну, она там обсыхала со временем после там ползания по всяким озерам с водопадами. Выбор за вами. Такой себе выбор. Так, хочу продать. Раз, хочу продать. Два. И три. Так, а есть ли у меня какое-нибудь классное увеличение карманов просто до усрачки? Это бы мне не помешало. Подожди. Спинка со мной навсегда, поэтому давай-ка это. Приятного юпитерского дня. Открываться на ней. А это у нас что такое? Лично наносим урон. Вот в это надо будет топить. И... купим 900. После успешной блокировки атаки нажмите любую кнопку, чтобы выполнить подсечку. Ну, поглядим, как это сработает. Опять колорады ебучие.
Только детские кредитки собрал. Угу, вон туда уползаем. Окей, понял, отлично. Ни штуки там достать нельзя, нет? Ниоткуда. Я все время жду какого-то подвоха. Помню в том же Dead Space, во второй части, ты возвращаешься на Ишимуру. Там такой дичайший спойлер, ты все время ходишь по ней, вспоминаешь, как в первой части ее обследовал, где там мобье на тебя лезло с каких там углов, щелей. И добрый час путешествий просто ждешь, что на тебя что-то выпрыгнет, но этого не происходит. Это самый напряженный момент в игре. Вот и здесь реально то же самое. Ты ждешь, что сейчас что-то будет, а нет, бом. Иногда такие приемы вообще огненно работают. Так, я где-то относительно поверхности, что ли? Чего это вообще такое? Это какие-то вспомогательные честные сооружения, и это похоже на... на карте, где в Little Company база, вот это вот все, что под ней. Все, что под базой компании. Так, 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 ты это. Не бегу эту дубинку забирать. Уже не встанет. Я чё? Инка. Это есть? You are not или что-то там. Ты не. Ты не ты, когда голоден. Угу. Проход наверх. И что здесь? Здесь у нас есть предохранитель. Какой-то черт. Но звук мне вот этого предохранителя вообще не по душе. Дач был. Я начинаю привыкать к главной фишке игры, что если ты отстреливаешь чуваку руку, то удара можно не опасаться. Товарищ майор. Ха-ха-ха.
похоже, чуваки, которые записывали захват движений, отрывались как в последний раз в жизни. Сделано с душой. Патронов парочка. А здесь? Плевун. Моя очередь. Слушай, еще обратив момент, я им переламываю руки, и они гораздо медленнее реагируют. О, пасть сломал, будто, я не знаю, после пачки пельменей. Душевно. Это шляпа. И давай посмотрим, что у нас вообще есть. Так, использовать можно? Использовать можно. Вместо нее хочу вот непонятное что-то подобрать. Ну и уваливаем отсюда. Да у них что-то это дизайнер всех помещений исхалтурил. Везде один и тот же дизайн влепил. В красных тонах. Какая безвкусица. Там тоже что-то есть. Там тоже что-то там что-то сомнительно. Давай пока здесь глянем. Кто-то орёт. Вот она. Шестая цистерна. Не помню ни одно помещение, в которое заходишь, кто-то орёт. И это что-то хорошее означает. 21И. Кажется, я понял, как добраться до купола. Нужно опустошить цистерну. Затем по лестнице подняться до люка. Элиас, ты там закончил? Нет, сэр, последние штрихи! Но сперва надо подсмотреть код от панели у охраны. Угу. Нужно найти охранника. Охранника-то они тут, блин, повсюду. Я коридор. Тут столько всяких патронов и аптечек. Даже представить не могу, что за мясо здесь будет. Тоже тех коридор, да? Давай-ка с самого первого прогуляемся. Тут тоже какие-то предметы. Вот, блин, все не так просто будет. Его прикол в том, что я открываю этот люк и хочу туда свалить, а там изнутри пруд. Клад.
кстати, да, надо чаще обращать внимание на вывеску. Крюк, чё лежит? Нужен предохранитель? Давай оттуда сюда. А, это реально костюм водолазов. Ох. Не хотел бы я чекнуть, где они там поплавали. Это очень чудная шляпа. Так, блять. Что здесь происходило? Зюк, руки вверх. Что здесь происходило? Ничего интересного, все как всегда. Поели, поспали. Классик. Адамс, если ты это слышишь, я отправляюсь к куполу. Объявили эвакуацию. Я нашел Кайлин, но ее пришлось бросить. Она не реагировала, была в чем-то подобном голосу. Я попробую связаться с Малер, может, у нее получится нас спасти. Если найдешь эту запись, просто выбирайся отсюда. Угу. А все на все. Что за фигня? Новый преобразователь энергии, ну, а со старым что не так? Можно юзнуть. Нельзя юзнуть? Ладно. Вернусь, может, что-нибудь мне пригодится оттуда когда-нибудь. Блин, шлюз реально работает, типа, пока только дезинфекция не прошла. И они выпустили. Че, если подрезать вам нож, товарищ майор? А, блин, это был слишком откровенный батин лещ душевный. Где там товарищ майор валяется? О. Да, чем плох был товарищ майор, будто у него кода не было. Выбор за вами. Мой выбор — продать все к чертовой матери. Я надеюсь, ты меня с этим выбором поддержишь.
купить на все деньги. Улучшение урона. Во. Процесс. Будьте ответственны. Приятного юпитерского дня. Погодка тут у вас на Юпитере, правда? Ну, такое. Так, чего купим теперь? 2700, да? Купим 900. Мне нравится идея. Так, что есть? Вилка. Ну, потрохи. Хочу себе костюм, но более стильный, а не вот это вот. Вот это буквально Little Company. Кстати, да, гениальная же отсылка на Little Company-то, а? Га. Все потрохи. Поползли. Здоров, чел, ты как тут? Не подмигивай. Острели щупальца. Бля, чувак, спастись? У тебя не было, да, времени? А вот расписывать говном стены были. Нет. Ничего себе, жесть, надо отстреливать щупальца и добивать. Добивать. Да. Если хочешь выжить, то стреляй по щупальцам или дави их дубинкой. Это единственный способ, иначе они становятся сильнее и больше. Я не собираюсь становиться таким. Жадина. Взял. И рипнулся. Салф такой интересный. Инвентарь заполнен. Слушай, черт возьми, я еще не успел торгового автомата отойти, как уже, это хорош. Ну давай попробуем пережить здесь веселу. Так, родной, отвали-ка от меня. Я оторвал мне лапу. Да, сурово. И откуда я начну?
Ага. Я только-только закончил с первым чуваком в тентакле. Я, кажется, заглянул вот сюда. И смог толком ничего подобрать. Был этим невероятно раздосадован. Ой, он уже никуда не торопится. Ты? Товарищ майор вроде тоже никуда не спешит. Так, ну давай попробуем с кодом поработать. И второй момент. Дробовик мне как-то душу больше греет. Отлично, он верещит, как дикий. Выполняется цикл очистки. Что за хуй? Куча трупов под потолком. Внимание! Обнаружен сбой. Ну, блять, стой. А, вот это хер. Один меня от второго отвлек. Еще один должен быть. Слушай, сбой, ты там уже вроде... Слил. Клуб очистки завершён. Люк доступа открыт. Идеально. Управление лестницей. Давай-ка пожрём здесь. Всё, до остатков. Потрохи, всё с собой. И тоже со мной. И ты.
А ручный чувак, ты остаешься здесь. Чтобы никого лишнего не пугал. Вот это сервис. У меня теперь одна загадка. Окей, через стоки или какие-то там системы фильтрации я могу попасть теоретически в квартиры. Но я смутно представляю путешествие из говностоков в ангар. Ебись! Давай! Ха-ха, опять чувак. Проверка давления. Будь не близкий. Тут, судя по всему, и своего веселья хватает ребятам. Эти твари не сдаются. Буквально в коллекторе. Это есть. Патрон на дробан и... Еще непонятно что, да? Меня в сомнение вводят вот такие вот длинные темные коридоры. Ох, бля. Сейчас тепленькая пойдет. Весело у них тут. Американские горки. Будет зэка вообще веселый, смотря вот на это. Тебе тела, блять. Нет, ты едешь на другом авто. Перпинги с хуев. Тут я с ним абсолютно согласен. Самое простое человеческое желание. Зато прокатился с ветерком. Да, Дэн, привет. Веселуха, конечно, у них в тюрьме. Будь здоров. Выглядит весело.
Заодно и помылся после путешествия по коллекторам. Я даже аптеку чую вон там, с той стороны. Стреливает тентакли. Да я, блядь, не в каком-то японском аниме. Я на юпитерской ебучей тюрьме. О, товарищ майор, здравствуйте. Можно им, ну типа... Ебучий ползун. Стрельная башка вообще не гарант качества. Вспоминаю в GTFO то же самое. Ну, в принципе, да. Товарищ майор, что-нибудь есть? Чуть-чуть деньжат, ладно. Да чего вы все меня выкинуть-то норовите? Никакого, блядь, гостеприимства. Как будто в какой-то Doom 3 попал. Какие-то тех туннели марсианской темной жопы. Вот один в один. Ремонтная мастерская. Верстаки есть? А если найду? Сомнительно. Я на секундочку чуть-чуть подогрею свою жадность и гляну вперед, вот здесь. Ух ты. Ничего себе. А это все-таки жилой купол. Вот это, кстати, не отсылка ли на Dead Space? Там были ровно такие же терминалы сохранения, только оно показывало голограмму какой-то там, не помню, сохранение. Хранилище несчастное. Ну давай. Деньга раз. Меня два, меня три. Ну или вот какую-то фигню я помню, что ровно из Dead Space, да. Или помнишь, в какой-то момент были фиговины, кажется, в третьей части, которые нужно было взламывать, там, нащупывать какой-то этот, ну, типа, градус правильный.
Что-то это выглядит хранилище для чего угодно, кроме чего-то хорошего. Плакатики там. Наблюдайте ТБ, вся херня. Как он там, ребят, нормально? Гулиш это, валяться. Ага. Лестничка наверх. Это непонятно что. Нормальные люди бы выбрали давно уже проход, где там вид на Венеру такой красивый, солнечный, вся херня, и то, что выбираю я. Ну да. Я просто реплею гнома, мне поглубже в говнище влезть. Просто сказка. А, борщец. Нажористый, судя по шлепкам. Так, ну херой для силой перчатки, да. Делать-то спрашивается, чё? Пупырушку лопнуть, окей. Не говорите, что я должен сейчас в это отсечь влезть. Ух, бля. Вот это я свой выходной костюм-то сейчас подзапачкаю. Где я в итоге? Как же я обожаю этих ребят, они все время рады меня видеть. Так, что у нас тут? Чуть-чуть деньги, чуть-чуть патронов и непонятная штуковина, как всегда. Так, здесь. Он прям то же самое. Я бы с большим удовольствием нашел не эти и какие-то там патроны или еще какую-нибудь фигню, а где это можно продать. Те же проблемы, что и при игре Сталкер миллиард лет назад. Пошли на солнышко. О, приятный видок. Неприятный видок. Походу всех, кто, кого можно было, уже сожрали до меня. Поехали вниз дожирать, кто остался. Элис, я дошел, как слышно. Громко и четко, братан. Ты вовремя, я уже рядом. Вижу станцию, там и встретимся. Не так быстро. Видишь здание, очистка кислорода. Внутри пост охраны. Там тебе нужно снять блокировку купола, иначе я не смогу подогнать трамвай. Так и знал, что ты чего-то не договариваешь. Притормози, братан. Просто верь в план, окей? И шевелись, мы должны обогнать бурю. Давай, надо включить детективное чутье. Кто из этих сфинктеров хочет меня сожрать? Вот это. Дружок, а как ты ходишь? Ты же
же не по кругу ходишь, правильно? Нет. Сюда меня не пустят, зато... О, вот этот челик. Давай, ты пройдешь. Угу. Этот купол нас не интересует. Нас интересует купол слева. Теперь более доходчиво. Я надеюсь, он глухой. А какой важный, смотри. Там, блядь, не шелести. Пошел подъебать. Ну, смотри, дисконнектнулся. Что я могу выкинуть? Ну, согласись, спиздить кусочек робота — это сильно модно-молодежно. Нужно вызвать еще трамвай из черной 6. Нет, нужно сдержать их. Трамвай может быть полон этих. Не плевать, давай, Куан! Открой дверь, трос! Так. Окей, охранник лучше умрет, чем отдаст код. Ну ладно. Требуется авторизация. Принтеры ОЮК работают для вас. Так, давай-ка пробовать. Кусочек робота 5-хат стоит. Шевно. И что за это я могу купить? Ну, давай ломать руки. Цикл завершен. Мне кажется, с меня просто дерут бабло, дубинка выглядит одинаково, один хрен. А, еще 900, ну и по 2700 уже копим тогда. Внимание, в этом автомате больше нет товара. Ботанический сектор? Чё-то я подозреваю, что здесь не ботаники будут моей главной проблемой. Походу, ебанутые марсианские бабушки, вон рассада там у них крутится. Попробуй хоть что-нибудь затопчи. Живьем сожру. Слишком жизненно. Это, блядь, крышки для закрутки, а? Нет? Не, не похоже. Мужик, ты как тут? Чё приуныл? Не-не-не, чё, мы не съёбываемся пока ещё, нет. Надо эвакуироваться! Нет, мы должны сдержать их. Ни один заключенный не сбежит в мою смену.
Но, сэр, вы не понимаете! Они не заключенные! Больше нет! Говорили же тебе, не заключенные они. Амнистированные. О! Живая иллюстрация фразы. А голову ты дома не забыл? Мысли, блядь. Запасно. А, есть. Охнешь ты наконец-то, а? Вот такого, блядь, поворота я еще не ожидал. Бабки на огурцы делают, а? Людьми. Повиси тут. Возьми напиток. О, здесь уже открылся. А надо ли мне туда? Требуется авторизация. Видимо, да. Принтеры ОЮК. Приятного юпитерского дня. Какого-то слишком, знаешь ли, неприятного юпитерского дня все время мне приходится созерцать. Так, давай, кстати, попробуем вот эту штуку. Парилка. И чё там? Никуда не уходи. Воюда! Тебя еще больше разосрало, эту, блядь, чем тебя, сука, кормят. Так, ладно. Единственный раз, когда нужно было достать пистолет, я его убрал. Теперь вопрос. Вот тут я был? Все говнище, которое я оставлял за собой, явно отшкрябали. Нет, черт, жалко. Что-то эти челики, блин, паразитами внутри. Меня, конечно, унижает вообще, и хвост, и в гриву. Да, это же этот чертов пиздюк. Напоминают микро этих. Сэр, надо эвакуироваться! Нет, мы из лоса снов. Ни один заключенный не сбежит в мою смену. Но, сэр, вы не понимаете! Они не заключенные! Больше нет! Легко. Понял? Хе-хе, найди меня. Каких, блядь, морепродуктов в мою смену? Не-не-не-не-не. Я тут не работаю, обратись к кому-нибудь другому. Даже вы сдохнете.
обнимашки от любимых родственников. Все как мы любим. Это было сурово. Стоило пиздануть один раз про ботаников. Ну и о, как меня, как настоящего овоща окучивают. Хотя, в принципе, жиза. Тем более, если учесть тематику колясочного сервера. И шутки, что труднее всего есть в овоще инвалидную коляску. Сэр, надо эвакуироваться. Нет, мы должны сдержать их. Ни один заключенный не сбежит в мою смену. Но, сэр, вы не понимаете, они не заключенные, больше нет. Мужик, твоя смена закончилась этот раз. Во-вторых, я тот заключенный, который планирует съебаться это два. Ладно. Вас заметили. В смысле? Когда он решил подергаться после двух ходачей, я что-то как-то занервничал. Андербан, ну, если что, я с тобой вернусь. Так. Тентакливый любитель. Да, давай это. Попасть, попадем, не ссы. А, я типа даже не продан еще с прошлого раза. Сохранение порой меня здесь угнетает. Ладно. Мой скилл меня тянет вниз, а не гравитация. Отъебись. И этот торговый автомат, который меня кибербулит. Да что за жизнь? Слушай, я еще, скорее всего, не апгрейднул дубинку, да, на урон? Это меня тоже чуть-чуть печалит. Ладно, окей. Принтеры ОЮК к вашим услугам. Дубинка. Ну да. Кстати, насчет словом патронов или штука 700, штука 200, чтобы еще... Вылечить дамаг. Поднакоплю. Так. Кто там, блядь, ни был? Ну? Уёбища. Вот ты. Давай-ка мы тебя заземлим, мой хороший. Ну это мой, так уже неплохо.
трубу закрутить можно? Да. В такой парилке пиздец, это, конечно, еще тот экстрим. Когда не нырнем, я бы даже хилку накатил, хотя... А нет, если... Интересно, у них тут на планете вообще... Бля, ну тебя-то не хватало. А удачно от него избавились-то, смотри-ка. Я даже, наверное, могу туда нырнуть. Дистилляция. Хотя, согласись, лезть вот в эту жопу, откуда только что какая-то ебанина вылезла, это отличный план. Ты же со мной согласишься? Еще немного, я буду ровно тем же чуваком, который пишет сценарии к ужастикам с фразой «Нам надо разделиться». Нашел код блокировки. Ладно, реально надежный, как швейцарский. Вы часы. Вам за вами. Я думаю, к концу игры чувак уже будет как ебучий принц Персии на картах там летать с таким-то жизненным опытом. Рохи, ТПХ. Так, блядь, это не сулит ничего хорошего. Драбан. Выцеливаем какие-нибудь особо агрессивные сфинктеры. О, да это так. Контрольный. Угу, запасного нема. Пошли запасного искать. Бля, нет. Бля, нет. Малышок, давай поиграем в бейсбол. Точно учу. Ой, потём. Чёрт возьми, хорош. Где ты там? Я надеюсь, он куда-нибудь в мясорубку все-таки угодит. Чаут, его безграничная любовь к детям, дубль 2, да.
Надо было пиздюка в центрифугу запихнуть эту, пусть бы как хомяк развлекался, бегал. Принтеры ОЮК работают для вас. Так, принтеры еще одну штуку будут работать не на меня, против. Элис, слышишь меня? Я снимаю блокировку. Молоток, братан. Двигаюсь к станции. Вот только мне туда не добраться, проход обрушился. Из подсобного помещения напротив можно попасть на уровень ниже. Попробуй добраться до платформы оттуда. И поспеши, буря усиливается. Буря подождет. Добраться до служебки это... Где железный дровосек? А! Вот это, блядь, чё? Слышь? Дерево не должно так делать. Этот ебучий стелс не прокатит. Где-то оно здесь. А, ох ты, ни хрена себе. А, вон он там. Ебучие гуки на деревьях, а? Смотри. Олицетворение Джонни, Джонни, а не на деревьях. Надеюсь, никто из них больше уже не захочет вылезти, посмотреть, что-то да как. А это у нас что? Это у нас коридор. Коридор — это не так интересно, как какой-нибудь склад, да? Значит, забраться в какую-то жопу, да? Откуда орёт вот это? Мне коридор внезапно так понравился. За слово. Юпитером птица. Пьешь и никак не можешь напиться. Пойди, о юга. Кредрень. Ешь пауэр знак. В самую рай. Чего-то у них. Встречают ни разу не караваями. Товарищ майор, ну чё мы опять? Заёбываемся. Не по форме. Даже, блядь, не думай плевать в мою сторону. Куда?
Ну иди-ка сюда. Тебе нужно идти. Всех гражданских эвакуируют из купола. Трамвай отправляется. Интересно их своим переговором. Не скучают. Я все это месяц вытворял ради... ради того, чтобы послушать, как офицеру блюют в ухо. Готовы поиграть в нулебол? Да. О, нормально, аскорбинка зашла. А теперь ныряем в говно номер два. Отправляюсь на самое днище, ну серьезно. Когда я буду подниматься, ну хоть на секундочку. Паутина. Все как я люблю. Ну где же ручки, ну где же ваши ручки? Так. А, это все та же ботаника? Ну-ка снизу. Что может пойти не так? Ну вот, выглядит как обрушившийся проход. Нет. Не кричи, тут-то-то. Только без языка опять. Сколько раз говорить. Так, давай вот сюда. Как бы так красивенько его сейчас. Да никак не красивенько, просто захерачить. Самое забавное, я хотел его скинуть, но потом как-то увлекся и батарейку растерял. О, этот уже в дерево пророс. По месту. Так. Это классно, конечно. Как туда дальше пролезть? А, понятненько. Эй, Джейкоб, сюда! Там где-то там орёшь. Мне здесь хорошо. Интересно, на коем черт столько пиломатериалов? Они что, табуретки делают из экологически чистого дерева? Иду я, иду. Джейкоб, эй, сюда! Веревочку, он может быть. Держит, забирайся! Да здесь все на соплях. Эй, ты свалить-то отсюда хочешь? Ладно, ну, убить. Говорю. Братан, а ты дерьмово выглядишь. Дерьмово выгляжу, да?
И пахну тоже. Ведь кое-кто забыл сказать, что мне придется плавать в дерьме. Я и не говорил, что будет просто. Но главное, у тебя получилось, бро. У нас получилось. Пока еще нет. Но мы уже близко. Так, давай руку. Беги, ворог станции! Сюда! Пиздец, братан. Походу, эти твари меняются, эволюционируют. Еще одна причина побыстрее свалить. Что за скафандр? Станции повредили во время эвакуации. Нам придется выйти наружу. Лови. Одевайся. У нас буря на носу. Поспеши. Я открою шлюз. Ну, хоть вонять не буду. Ты за что сидел-то? Что? Переживаешь, что убийце помогаешь? Ну, типа того. Так и есть. И что? Слушай. Это было давно. Я защищался. Не то время, не то место. Я тогда много ошибок совершил. Ага, похоже, тебе крупно не повезло. Нет. Нет. Раньше я винил других. Но потом понял, что это все я. От содеянного не сбежать. Я ведь хорошо сказал. За все нужно платить! Всегда! Какого? Это же им обоим-то не привиделось. Он живой. Внимание! Визор открыт. Сбой герметизации шлема. Критический уровень кислорода. Управление скафандром активировано. Элиас. Чёрт, Феликс. Как он вообще вышел? Элиас! Где ты? Весело у них тут. Как похорошел ремейк Lost Planet при Собянине. Чисти мне куда-то туда. О, что-то сюда есть. О.
следы. Следов нет. Чё, это, моржеванием занимаешься? Закаляйся, давай, снежку заглоти. Жих вообще, кремень. По такой погоде гулять. Джейкоб, у скафандра кончается заряд. Помоги мне. Эля! Ты, блядь. Если ты меня слышишь, включи аварийный маячок. Держись, друг, я иду. Скафандр бы разрядится, он на сером моторе, что ли? Ты не похож? Или обогреватель там прохудился по пути? Говорила. Как ты нас нашла? Аварийный маячок. Повезло, что его засекла я. Ты опоздала. А вот и нет. Он знал об этой тюрьме все. Ты что делаешь? Эй! И я узнаю. Подожди! Стой! Куда это ты собрался? Я нужен тебе, я пилот. Ангар там. Лучше немедленно. Да ты издеваешься! Так жаль, Лес. На что, остается здесь, что ли? Интересно, может ли двинуть куда-нибудь в ее сторону, или... обратную. Не, сюда похоже, что нет. Чё тут холодает? Пошли-ка в хату. Снежок прикольно сделан. Забой.
исследование поверхности. И что у нас тут? Жилые помещения, что ли? Но не то, чтобы шибко жилые. Только что звонили. Ойюка прекращает терраформирование Каллиста. Но почему? Они ведь миллионы на это потратили. В этом же нет никакого смысла. Словно они пытаются убрать отсюда людей. Ну не хотят скидывать бабло, ну не хотят. Судя по всему, здесь запрятано что-то гораздо сильнее, чем просто кучка зэков. Похоже на аванпост. Я здесь очень давно. Принтеры Оюка. Приятного юпитерского дня. Ага, идти не хворать. У меня же сейчас конский инвентарь. Дожили. Я могу как-то грейдануть костюмчик? Нет, похоже, что нет. А, вот это фокус взял и испарился. Ёбаный гуди. Скользкий пол, это точно. В таких древних помещениях подавно замерзший, еще и свет что-то работает там. Понимаю, что я сейчас уничтожаю ледяные фигуры, я прям совершаю преступление против искусства. Но что мне подсказывает, что здесь будет какой-нибудь ебучий обогреватель? И лучше я их стоящих размажу. Знал. Как, блядь, знал. Никаких свидетелей. Укатывайся туда. О. Завидую этим ребятам. Я тут не знаю, в какой... Не просто в минус 5, а в какой-нибудь в 5 градусов. Я такой, бля, типа холодно, а влом. Чуваки в минус 500 просто без рубашки гоняют. В одних труханах.
выглядит не шибко надежно. Просто решил передохнуть немного, поваляться. И ничего необычного. На его месте я бы, не знаю, скафандр до половины бы засрал. Испуга. Есть еще что? Морозное стелс-уёбище? Ого, фашл, не примерзлись? Тут все чуваки из чатика, кто это по морозу отогревает замки, такие, ну да, пошел я нахер с этими гаражными замками. Эй, ты там! Ну-ка, поищи, чем можно вскрыть эту дверь. Эти туннели ведут к гаражу снегохода. Я смогу провести нас. Я, туннели, какие, блядь, туннели? Ты ж маленький. Хороший чувак там стал. Thank you.
ко мне все обниматься лезут. Я, конечно, понимаю, что я классный, но... Ну что вообще все? А я, ей-богу, так и не срастил. О каких туннелях, блядь, идет речь? Не вот это. Окей. А второй вариант. Где там еще баллончик? Тоже не то. Но последний вариант. Вот это очечен. А ты там нормально? Нормально? Ладно. Тащили потихонечку. А, да? Черт. Занырнул так занырнул. Че у тебя там? Я хрен знает, что он там хотел. Лес, посмотрим, что с тем случилось. Что у тебя тут? Че, говоришь, берите, заедай, блин? Мужик, если б я на ядерных отходах спал, я бы, наверное, тоже по улице ходил в рубашке зимой. О, вот это обещает быть классным. О-о, путешествие по радиоактивным туннелям. Что может быть лучше? Подозреваю, что это можно отложить до следующего раза. Блин, с каждой серией игрушка все интереснее и интереснее. Что ж, будьте в курсе происходящего розыгрыша в нашей телеге, в нашем ВК. И до новых встреч!